Это просто резонерство. Это просто набор слов, который ни к чему не ведет. Осознанность, путь ума к объекту, а от объекта к объекту. Ну, если, Анна, вы и все, кто присутствует здесь сейчас, не зарабатываете этими резонерскими гипнотическими построениями деньги, то это по-другому никак больше не применимо. Вот если вы автор этой книги, которую мы читаем, или автор, ну, выгодополучатель, а не автор, да, буддизма или любой другой философии, учения, правления, если вы не зарабатываете этим деньги, то больше какого-то применения этого нету. Понимаете? Памятование означает постоянное напоминание себе о наблюдении за тем, чем занято внимание в данный момент. Чем быстрее осознанность, тем чаще мы успеваем среагировать до автоматических реакций, то есть осознанно. Значит, это все сказки для жертв, чтобы они оставались жертвами. Вот я вам даю конкретный рецепт про деньги. Это сделает вас сильнее. Это поможет вам стать свободнее. Это вам поможет влиять на эту реальность. Все остальные религии, философии, опять же, я повторюсь, если вы этим деньги не зарабатываете, это гипноз, чтобы удерживать рабов, жертв в их рабской жертвенной позиции. Концепция Бога, концепция прошлых жизней, концепция медитации, какого-то ума, какой-то осознанности, этого ничего нету. Вы же понимаете. Есть очень порой жесткие и объективные взрослые, очень жестокие правила биологической игры под названием жизнь. Все остальное это дело вкуса. Вы можете одеваться в буддизм, в христианство. Ну, можете наклейки наклеивать на стены, можете свечки поджигать. Но это никак не влияет на вашу жизнь. Просто для настроения, да? Ну, просто буддизм, ну, просто христианство. Но в глобальном смысле, конечно, это концентрированный гипноз, который удерживает людей от истинной свободы. Ни в одной религии никакой свободы нету. Свобода реальная. Вот в том, о чем я вам сказал. Это скучно и это трудно. Поэтому люди туда не идут. Так же, как многие не идут в мою терапию. Это скучно, нудно, однообразно, про маму. И это трудно. Проще ходить на расстановки годами и десятилетиями. Проще ходить в какую-то духовность, в какие-то там медитация, аффирмации, випассаны и все прочее, обманывая себя и запутывая. Потому что то, что я предлагаю, это тяжело.